получают старые учебники, они друг другу раздают чемоданы. Давайте. Алексей, что ты будешь делать с Рамзаном, когда станешь президентом? Спрашивает меня Евгений. Много раз отвечал на вопрос. Не должен президент ничего делать с Рамзаном. Я в первую очередь, как президент, обращусь к Следственному комитету и к прокуратуре с требованием, чтобы была проверена причастность Кадырова к убийству Бориса Немцова. Лично я считаю, что есть достаточное количество фактов, прямо указывающих на то, что Кадыров является главным организатором, заказчиком убийства Немцова, и эта вещь должна быть рассмотрена в первую очередь. И вот с этого я начну, и с этого и нужно начать. И ничего не случится в Чечне ужасного от того, что завтра Кадыров будет под следствием в изоляторе или на скамье подсудимых. Ничего там не произойдет. Ну вы что, на полном серьезе считаете, что все чеченцы завтра вот вдруг пойдут на всех войной или перестанут нормально жить, работать просто потому, что Кадырова куда-то увезли в Москву и посадили в Лефортово? Ну, конечно, нет, этого не произойдет. Как ничего не произошло в Махачкале, когда был арестован мэр Махачкалы Амиров, который тоже считался неснимаемым абсолютно.